Здорово! Мы же с тобой крайне занятые люди, и бывает совсем нет времени, чтобы подумать над какими-нибудь не слишком важными вопросами. Как раз одним из таких вполне может быть, почему главный герой никогда не умирает. Ну а даже если данная проблема уже была когда-то для тебя критичной, да настолько, что ты решил потратить минутку на размышления, почему бы не послушать еще немножко и моей болтовни по интересующему или когда-то интересовавшему тебя вопросу? Поехали! Большинство художественных произведений, будь то книги, фильмы, манга или аниме, строятся на одном персонаже, вокруг которого и происходят все события, и за которым предстоит большую часть времени наблюдать. Он является основной шахматной фигурой на доске, и от него зачастую зависит судьба мира или что-нибудь еще. Почему именно этот герой должен быть главным и привлекать наше к нему внимание? То, насколько хорошо будет прописан ГГ, сильно влияет на все произведение, да и главную роль недооценивать очень сложно, так что вполне логично, что его нахождение в сюжете обусловлено не только желанием автора, но еще и необходимостью в таком персонаже. Зритель, наблюдая за совершениями основного протагониста, начинает ассоциировать себя с ним, привязываясь к нему, сопереживая его поступкам. И любой автор прекрасно понимает, что необдуманная потеря такого важного элемента поставит под вопрос возможность продолжения всей работы, ведь публика не сможет просто так отмахнуться от того, чьи похождения вызывали основной интерес. Однако и градус опасности сбрасывать ни в коем случае нельзя, ведь тогда одно лишь наличие в событиях полюбившегося персонажа не заставит испытывать интерес к ним, потому со временем напряжение должно нарастать, жизнь должна подвергаться все большей угрозе, а враги должны становиться сильнее. И рано или поздно наступает тот момент, когда две этих противоположных линии сталкиваются, и получается, что главный герой должен победить, но его враг слишком силен, как и требует нарастающее напряжение, из чего авторы стараются выкрутиться по-разному, но зачастую это выглядит крайне нелепо. Невероятная сила, появившаяся из ниоткуда, боевой дух, вдруг поднявший помирающий героя с колен, сила дружбы и волшебство преодоления себя ради других. Все это экземпляры подобных попыток удержать интерес зрителя всеми возможными способами. К тому же, периодически наваливается еще и пачка неуклюжих сценарных дыр, из-за которых логика произведения начинает крошиться и все тому прочее, ты и сам понимаешь, о чем тут речь. Но я уже немного отвлекся, вопрос-то был не в этом, а в том, что главный герой никогда не может умереть, в какие бы передряги его ни занесло, ведь он слишком важен для сюжета и публики. Или нет? Хотя большинство произведений все еще продерживается структуры «ГГ побеждает все зло», авторы все же понимают, насколько глупо оно выглядит. И так или иначе, периодически появляются тайтлы, в которых основной протагонист погибает на середине пути, а сюжет продолжает свое движение уже без него. Вводятся новые персонажи, которые должны заменить старых, и действие развивается, хотя всеми любимые герои или герои погибли, так и не достигнув своей цели. На мой взгляд, подобный ход показывает, насколько автор уверен в своих силах и написанной истории, что ему не нужно держаться за одного персонажа для ее рассказа, и он без проблем может совершить перестановку фигур, не потеряв интерес зрителя. Это в любом случае очень отчаянный шаг, требующий огромной решимости. И это, безусловно, приводит аудиторию в состояние шока, а затем и восторга, если продолжение не будет отставать от предыстории. А как ты считаешь, оправдан ли такой шаг от автора? И имеет ли смысл убивать основного персонажа, не давая ему выполнить свою цель? Напиши свою позицию в комментариях и не забудь оценить ролик перед тем, как закроешь вкладочку. А вещал для тебя Дигл. Пока!